Лена, какие проблемы по здоровью способна решить программа Detox 21? Давайте рассуждать. Если это помощь выделительным органам, то запоры сможем решить? Сможем. Поносы сможем решить? Тоже сможем, потому что мы работаем с нормализацией кишечной микрофлоры, мы работаем с нормализацией системы переваривания пищи и не отстанем до тех пор, пока не наладим. Это очень важно. Неприятный запах от тела, изо рта можем решить? Конечно, можем, потому что мы делаем так, чтобы детоксикацией занимались главные органы детоксикации. Это печень, это кишечник, это почки, и чтобы кожа не включалась особо, вот прям не брала на себя много в плане детоксикации. Понятно, что она всегда занимается детоксикацией, но когда она прям берет на себя много, вам начинает не нравиться. Это и нечистая кожа, высыпание на коже, и неприятный запах от тела, и так далее, и тому подобное. Вот эти вот все отеки, пастозность, это тоже можно решить, потому что мы работаем с лимфосистемой. Мы улучшаем венозный отток от тканей и лимфатический отток. Соответственно, человеку легче двигаться, человек меньше замечает, что вот отечность к вечеру и так далее. Вот. Что еще? Так как в этой программе прям технологии, в том числе снижение веса, поэтому сразу предупреждаю, если вы худюшечка, и у вас недостаток веса, вы можете использовать эту программу, но не используйте низкоуглеводное питание, потому что я уверена, что за программу вы отдадите от 3 до 5 килограмм, потому что я заставлю вас двигаться, я заставлю вас низкоуглеводное питание соблюдать, и у нас с вами не первая, но вторая неделя будет коктейльная, это фактически пищевая пауза. Коктейльная неделя тоже способствует достаточно быстрой отдаче веса. Поэтому, если вы маловесная, вы не используете коктейльную неделю, вы не используете низкоуглеводное питание. Просто для вас это будет программа детоксикации, программа улучшения переваривания пищи, программа седации. Вот кто сейчас псих ненормальный? Я тоже псих ненормальный. Все нормально, я никого не хочу обидеть. Я псих ненормальный. Потому что такой мир, да, мир ненормальный, и, соответственно, мы на него реагируем. А в программе детоксикации, как ни странно, люди начинают себя лучше чувствовать, лучше спать, лучше, более мирные сны видеть. Они нормально начинают относиться к окружающим, меньше стресса от общения и так далее, потому что мы тоже этим занимаемся. Вы знаете, когда клетки стоят в очереди за колбасой, не за колбасой, за магнием или за витамином С, то это стресс клеточный, который вы тоже ощущаете, мы это тоже снимаем. Вообще результатов очень много, от исчезновения запоров до снижения артериального давления, от того, что потухла пигментация на лице, до снижения веса, от того, что ушли отеки, до получения более такого молодого, бодрого состояния. Все они, эти результаты, на мой взгляд, они относятся к неспецифическим. Но вы мне говорите: Лена, эта программа сделала мне минус 10 лет возраста. Я себя ощущаю, как вот тогда, когда я себе нравилась, когда я слышала музыку и прям подскакивала и била каблуком. Вот этого я хочу добиться. Ну, собственно говоря, я уже все сделала. Теперь я вам рассказала, что будет в программе, и ваша задача — принять мое предложение. У нас весело, у нас много вопросов, у нас все девочки очень мотивированы. Напоминаю, что я использую лекарственные и пищевые травы. То есть мы не пальцем это будем делать, и это не медитативные техники. То есть у вас будет задача приобрести определенные продукты, витамины, пребиотики, пробиотики, травяные комплексы, улучшающие переваривание пищи, полезные, я рассказала уже, да, гепатопротекторы, протолитические ферменты, то есть программа построена, это нутрициологическое сопровождение, нутрициологическая программа, у нас будут чисто конкретные продукты, вы будете знать, какой из них сколько раз в день использовать, что до нагрузки, что после нагрузки, вот, и хороших вам результатов, потому что если вы работаете над собой, то тело говорит: у меня хорошая хозяйка, буду продолжать ей служить верой и правдой, у меня замечательный хозяин, буду выглядеть просто для мужчин просто обворожительно не идет, буду выглядеть круто, вот так. Присоединяйтесь.